Миша, слышишь, а чипсы еще остались? Не, закончились. Блин. О, а на 17 этаже котлетки жарят, а на 3-м рыбку. Вкусно. Миша, идем погуляем. Извините, вы можете сделать музыку чуть ближе? Да пошел ты нахер. Ага. А я вчера в клубе твою Людку видел с какими-то двумя мужиками. Так коллеги, наверное, с кем это может быть, да? Вань, дай попить. Эй, толстый. Эй, толстый. О, 6 утра. Самое время ремонта. Не, ну а ты вот знал, что вот у муравьев попки ни хрена не кислые, а сладкие? Че, их жрал? Я? Ванька, ты был на футболе? Да. Ух ты, какой счет? 2-0. Что 2-0? Ну, счет. Ого, ты был на футболе? Да. Вчера, короче, лол хпшный бегу, снайпер в меня ульту дает, а я на пудже хуком ее сбиваю. Вот это классно было. Чувачок, слышишь, а я сейчас со своей телочкой приеду, хорошо? Ну все, не напрягаю, давай.